Богатство Казахстана в единстве народа. Так считает руководитель общественного объединения немцев «Возрождение» в городе Семей Лиля Гончарук. По ее мнению, проведение досрочных президентских выборов обеспечит стабильное развитие республики, вопреки внешним политическим вызовам. На предстоящих выборах народ Казахстана должен проявить активную гражданскую позицию и ответственно подойти к выбору своего кандидата на пост главы государства, считает общественник. Узнав сегодня дату выборов и о том, что будут выборы президента, я подумала о том, что это очень верное решение. Почему? Потому что Казахстан на сегодняшний день авторитетная, мирно развивающаяся, имеющая большой, еще раз повторюсь, авторитет в мировом сообществе, но имеет стабильность в государстве своем. Мы живем в таком динамически развивающемся мировом пространстве, где все быстро меняется, и поэтому стране нужна стабильность. Решение о том, что должны быть выборы, это своевременное и очень правильное решение. Почему? Потому что народ должен выразить свою волю, свое согласие.